Не хочу отнимать у тебя много времени. Я вот по какому вопросу. Возвращение в колледж на пару дней. Это профессор Фэрфилд? Я. Выглядит сногсшибательно. Профессор! Обернулась чудесным знакомством. Это моя дочь Зиби. Очень рада. Взаимно. Заказать тебе кофе? Я просто твой допью. Приятным общением. Ты когда-нибудь думала бы, о чем? Что в нашей жизни обычно все симпровизировано? Мы просто идем, куда идется. И дилеммой. Есть ли разница между зрелостью и юностью? Мы можем и дальше болтать, но, думаю, лучше нам обняться. Мне кажется, часть меня немного старомодна. То ли ты такая продвинутая, то ли я отсталый. Тебе не кажется, что ты немного идеализируешь молодость? Ты думал, что между нами что-то происходит? Джош Реднер, Элизабет Олсен и Зак Эфрон. Все настоящее, брат. Во что бы ты ни верил. Инди-драма, участница фестиваля Sundance. Удача не сопутствует, когда говоришь «нет». Гуманитарные науки.